Всем привет, дорогие друзья! И сейчас я продолжаю изучение тематических площадок парка «Сказка» в Крылатском. Поэтому я направляюсь в такую интересную локацию, как Закин дом. Это ферма, где собраны всевозможные породы пушистых питомцев с длинными ушами, которых мечтает подержать в руках практически каждый ребенок. Это различные кролики и зайцы. Здесь собрали более 40 видов пушистиков. От самых крохотных карликовых весом менее килограмма до самых крупных гигантов весом до 12 килограмм. Так как пушистые питомцы очень хрупкие и уязвимые существа, то при входе надо обязательно ознакомиться со всеми правилами посещения, а также внимательно читать таблички и слушать указания персонала, иначе вместо приятных впечатлений можно заработать себе неприятности. Как только заходишь в помещение, то сразу оказываешься среди карликовых и малых кроликов. Вот такие интересные домики-корольчатники, куда ушастые залезают поспать. Только становишься в центре зала, как тут же тебя окружает куча таких любопытных попрошаек. Судя по всему, самый жирный кролик. Вот и самый опасный, злобный. А может быть и нет. А вот это, судя по всему, самый пушистый кролик здесь. Я вышел на улицу и сейчас нахожусь в зоне крупных пород кроликов. Они бегают здесь и ко всем пристают. Все голодные. Ну как? Все, у меня с собой ничего нету. Этот самый приставучий. И этот тоже. На вас не наступить. Блин, ну что ж такое? Лезу прям под ноги. А то спрятался. То
кролик там спрятался. Он такой мордастый. Это, наверное, самый мордастый кролик. Он какой интересной расцветки. А с левой стороны зона средних пород кроликов, тоже на улице. Красавчик! А что ты убежал? Этого белого мы уже видели. Он как пьет. Люди с едой все ушли, и все кролики попрятались по домикам. Кролики все налопали, сделали все свои грязные дела и пошли спать, а персонал тем временем убирает все следы их жизнедеятельности. Ну и конечно, можно приобрести сувенирчики для тех, кто не хочет расставаться с такими нежными, мягкими, ушастыми пушистиками. Я посетил ферму Закиндом и увидел 40 пород карликовых, малых, средних и крупных кроликов, из которых маленькие жили в теплом доме, а средние и крупные на улице. Ушастых очень много, все они постоянно путались под ногами и просили есть. Все хотелось потрогать и кого-нибудь забрать домой, уж очень они незабавные. А как вы относитесь к кроликам и зайчикам? Пишите в комментариях. Парк «Сказка» – это интересное место, где много различных локаций. Но впереди зима и холода, поэтому многие развлечения здесь уже не будут работать. Но некоторые площадки, такие как «Зайкин дом» и «Парк Альпак», будут доступны. Ну а я направляюсь в сторону дома, поэтому иду на бесплатный автобус, который скоро отправляется в сторону метро. Всем, кому понравилась такая вот локация, не забываем ставить лайк, подписываться, нажимать на колокольчик. До встречи!